Выбрасывают там, где нельзя. В Первоуральске продолжается борьба с несанкционированными свалками. Как поясняют специалисты городского экологического фонда, сейчас выявлять нарушителей помогает техника. Люди приезжают на машинах, сгружают отходы. Как правило, это в основном даже бывает не отходы, относящиеся к твердым коммунальным. Вот, это в основном строительные отходы, покрышки. С целью выявления таких несанкционированных размещений отходов мы устанавливаем видеокамеры на контейнерных площадках. На сегодняшний день, вот в 2024 году, установлено еще дополнительно 6 видеокамер. Чаще всего несанкционированные свалки появляются возле контейнерных площадок на улицах 3-го интернационала, Пролетарской, Вайнера и на Корабельном проезде, а также в промзоне микрорайона Динас и в поселке Белимбай. Как рассказывают специалисты, зимой жители чаще оставляют строительный мусор, весной к нему добавляются автомобильные покрышки. Как поясняют сотрудники городского экофонда, информация о всех выявленных нарушениях передается в правоохранительные органы. У строителей несанкционированных свалок ждет штраф. Для физических лиц он составляет от 10 до 15 тысяч рублей, для юридических от 15 до 30 тысяч рублей. Только за 2 зимних месяца в полицию передано 13 заявлений.